общем, это известный такой толстовский дом. И туда огромный-огромный двор идет. Я, блин, так жалко, что закрыто. И он выходит, по-моему, на улицу Рубинштейна с той стороны. А что там сказали? Тут это... Почему он толстовский? Там с Толстого было? Ну, граф Толстой, да. Его предок или там... Короче, от себя, да. Вот, и... Тут такой... А, этот не снят, естественно. Жалко, не сунуться. Нам туда, я бы тут пошарилась бы. Я бы еще туда бы внутрь в квартиру бы зашла. Мы все-таки сюда прошли. Ой. Там добрые люди смогли нам. Ну, они сами проходили, у них видно. Вот Толстовский дом. Такой знатный дворик. Я просто недавно читала статью про этот дом, именно там писали пару жителей, которые здесь живут. Тут тоже очень, скажем, обеспокоены тем, что многие сюда приходят. Ну, то ли тусить, то ли что-то. И, естественно, это местным жителям доставляет массу неудобств. Также одна пара молодая, которые рассказывали, как они купили квартиру в одной бабульке за такие довольно-таки по местным меркам, ну, смешные деньги. Она даже не сдавала эту квартиру, они потом ее отремонтировали себе, но хотят сейчас продавать, потому что, видно, хотят побольше. Там такая типа студия. Такой двор огромный, в центре Петербурга. Такой большой, да? Да, так вообще. У них же в основном тут такие дворы, колодцы, в котором вот мы жили в прошлый раз там. Вообще не скажешь, что такой центр. Ну и машины тут стоят такие. Ну как, в принципе, по нашим меркам машины как машины. Ну, Ягуар, ну, Мерседес, ну, что это, ну, БМВ. Знатный такой двор, ничего не скажешь. Вот, я так понимаю, здесь двор заканчивается. По-моему, там выход на улицу Рубинштейна. Я не уверена, но сейчас это узнаем. То есть вот, я сейчас поворачиваюсь. Тут даже... Так, вот-вот, отсюда можно видеть. Как там выход на... Сейчас путаю мойку и фонтанку. В общем, на набережную, так скажу. А теперь я побегу туда. Ну, теперь я уверена, что там улица Рубинштейна, потому что я вижу ресторан «Жарабас». Сомнений нет. Такая арка просто нереально огромная. Вот там вот еще наверху. Да иду, иду. Да. Такое можно увидеть только в Санкт-Петербурге. Ну, по крайней мере, я такое только здесь вижу. Прошли через дворик и попали на Рубинштейна. Известная улица. Теслабар, Жарабас. Пойдем. Счастье пойдем. Тут пойдем. Вижу. Куча других ресторанов. Там уже недалеко, кстати, и аптека есть. Да. Как же без шаурмы? Ну, еще неизвестно, сколько тебе там граммов положат на 253. Требуется работник кафе. Кто хочет, пожалуйста, подавайте свои резюме. Да, мне интересно.
академический малый драматический театр. В прошлый раз ходили сюда. На Рубинштейна тоже довольно-таки много можно найти жилья в аренду. Долгосрочно. Так приехать на 2-3 дня. Это такой джаз-бар, ресторан, 48 стульев. Мы в прошлый раз здесь были. Вот тут у них написано афиша, кто когда выступает.